Фестиваль «Улыбка мира» проводился при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, администрации Одинцовского муниципального района, Комитета по делам молодежи, культуре и спорту. Проходит он каждый год и все более завоевывает популярность. Фестиваль уже успел превратиться в звено цепи песенных конкурсных мероприятий, проводящихся на областных и региональных уровнях по всей России и за ее пределами. В Одинцово приехали участники с Сахалина, из Челябинска, Воронежа, Татарстана, Чувашии, Башкортостана. Все они собрались для того, чтобы поделиться своими улыбками и показать свое творческое мастерство. Именно заразительные детские улыбки и стали визитной карточкой международного фестиваля «Улыбка мира». Три праздника, а для кого-то три дня упорной борьбы за победу не прошли, а пролетели. Желающих поддержать участников и посмотреть на талантливых детей пришло немало. Высоким уровнем участникам фестиваля «Улыбка мира» в немалой степени обязан требовательным судьям. Волнительный момент награждения. И несмотря на всю строгость судейства, теплые слова членов жюри – это уже достойная награда за участие. То, что мы заложим в сердца наших детей, тем они нам ответят. В результате все участники получили награды. Достойно выступили и конкурсанты из Одинцова. Они тоже были в числе дипломантов и лауреатов. Я первый раз принимала в этом конкурсе участие. Выступало много коллективов. Пели очень красиво, интересно было их слушать. Я приложила все усилия, чтобы хоть получила какое-нибудь место. Участвовала я первый раз. Конечно же, там было тяжело, сложно, но все-таки свое волнение попыталась перебороть. Вот, ну, вроде как получилось. Вот. Ну, в дальнейшем тоже, наверное, буду участвовать там. А сколько лет ты занимаешься вокальным искусством? Ну, с 3 лет я занимаюсь, то есть 12 лет получается. Я пела 2 песни. «Мамочка» пела, еще я пела «Волшебный цветок». Мне понравились все, как выступали. А после награждения все участники поднялись на сцену со своими учителями и руководителями, чтобы всем вместе исполнить гимн фестиваля «Подари улыбку миру» и по традиции принять в подарок огромный торт. Анна Анненкова, Артем Ломоносов, Артем Леднев, телекомпания «Одинцова».